Еще одна медаль украинских биатлонисток на этапе Кубка мира. На этот раз они завоевали серебро в Австрии. Почти всю эстафету украинки шли в группе лидеров. В итоге опередили сильных француженок. От победителя сборной Германии отстали на 50 секунд. Зато стали лучшими в стрельбе. Серебряные призерки – это Вита Семиренко, Юлия Джима, Валентина Семиренко и Елена Петгрушная.